Фу, мама, почему у нас воняет, как у бомжей на корпоративе? Холодильник сдох. Да ты что? Ну, царство небесное. Да нет, блин, он сломался, потому что свет отключили. Что значит свет отключили? Может, нам еще и воздух заблокируют? Доминичка, не тупи, в доме нет электричества. А ты что делаешь? Да я в кино видела, что если свет пропал, надо в первую очередь посмотреть на пробки. И чё, помогает? Ни хрена, уже третий час на них смотрю, а света по-прежнему нет. Ладно, пофиг. А пожрать в этом доме есть? Я ж говорю, холодильник сдох, а вместе с ним и все продукты. В смысле? Я есть хочу! Врач сказал, если я не буду вовремя кушать, у меня будет кастрат. Может, гастрит? Может и гастрит. У этих врачей не только почерк, у них же еще эта речь неразборчивая. Я хотела заказать доставку, но у меня разрядился телефон. Капец, у меня тоже. И что, теперь мы умрем с голоду? Мне нельзя сегодня умирать, у меня прямой эфир в инсте. Кстати, подписывайся на мой инстаграм, если не умру с голоду, обязательно пообщаемся. Короче, надо искать еду. Пойду пороюсь в комнате у прислуги. У прислуги? Фу, я лучше у себя поищу. Кто молодец? Доминичка молодец. Кто спасет семью? Нашла еду. Жвачка и трусы? Серьезно? Алло, маман, это съедобные трусики. Мне их Альбертик подарил. Ну вот с Альбертиком как-нибудь и поужинаете. А я буду делать роллтон. Что за роллтон? Ну, что-то типа роллов, наверное. Хотя написано «лапша быстрого приготовления». Что за слово такое «лапша»? Как будто дети обзывалку придумали. Эй, ты лапша! Не хочешь, не ешь. Если я сейчас не поем, у меня будет поворот в мешок. Что, завороток кишок? Ну да, вот это. Открывай уже. И это все? Мочалка и два пакетика? Написано с курицей, но что-то я ее не вижу. Капец, наверное, нам бракованный пакет попался. Что за невезуха, блин? Так, написано залить кипятком. Кипяток у нас хотя бы не отключили? Сейчас проверим. Ай, не отключили! Давай сюда лапшу! Ну, пробуй. Не, мам, ты старшая, пробуй ты первая. Да пробуй уже, гастрит не спит. Стремно как-то выглядит, как прическа у Бузовой. Глашка! Доминика Святославовна звали? Да, вот, пробуй. Ух ты, роллтон, у меня такой же в комнате лежит. Лежал. Что? Ничего, ешь давай. Вкусно? Да, только вы приправы положить забыли. Ничего мы не забыли. Я их просто в прикуску люблю. Так, ну хорош нашу лапшу точить. Иди работай. Мои хомячки сами себя не пропылесосят. Так, света же нет. Ну значит, руками повыбивай. Ох, и вкусно! Это же пища нищебродских богов! Алло, гараж на 5 Роллс-Ройсов! Мне оставь! Да фиг тебе! Трусы пожуй! Если тоже любишь роллтон, ставь лайк под этим видео и обязательно подписывайся на наш канал. Хрен тебе, а не канал! Дай сюда!